Всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня у нас будет битва новенького, относительно уже, конечно, Драндаггера против классики практически Найтшилда, который у нас уже сколько месяцев есть, и все с ним до сих пор в порядке. Мы видели, как Найтшилд бьется с Хеллчейном, посмотрим, как он бьется с Драндаггером. Ну и что, погнали, первый раунд! Так, Драндаггер пока относительно не очень удачно завязал экстрим-дэш. Пытался ударить Найтшилда под хук. Могло это принести плоды, но, наверное, уже все. Да, Найтшилд 1-0. Первый раунд забирает. Второй раунд. Ой-ой-ой, как экстрим-дэш-то пропустил. Ребята, что стало с Найтшилдом? 3-0. Он что, как хорошее вино, с годами только лучше? Третий раунд. Не, ну Найтшилд, что он творит? 4-0. Четвертый раунд. А вот и Даггер начал догонять. 3-4. Пятый раунд. Ну, бараш атаки пока Даггеру не очень приносит плоды. То есть, скорее всего, надо все-таки метить как-то либо на бёрст, либо на экстрим или стадиум аут. Но слип-аут у Драндаггера не получается. И счет становится 5-3, Найтшилд опять отрывается. Шестой раунд. Попробуем косой запуск на Драндаггере. Не очень удачно вышло, 7-3 в пользу Найтшилда. И седьмой раунд. Давайте это не засчитаем, потому что все-таки я не очень удачно Даггера пустил, но, честно говоря, неумышленно. Мой раунд еще раз. Ну, может быть, взрыв, может по рэтчету ударить, нет? Не, Найтшилд обороняется достойно. Прям очень достойно. Мне, знаете, вот сейчас расскажу мысль, когда закончится раунд. Но пока я что-то вообще не вижу у Даггера шансов. И 8-3 в пользу Найтшилда. Знаете, вот когда первые 4 релиза вышли, мне казался Найтшилд, ну, наверное, одним из самых бесполезных. Драндаггер, который агрессивный атакующий, есть Хеллсайд, который агрессивный, но чуть менее агрессивный. Но эти волчки в теории оба могли выбить или взорвать. Есть Визартайр, который может перекрутить, а Найтшилд, ну, мне казалось, ни туда, ни сюда. Но сейчас это просто какая-то мощнейшая вещица. Уже не помню, какой раунд, на счет 8-3. Может быть, что-нибудь получится у Драндаггера-то, нет? По заказу работаем. 8-6. Два экстрим финиша, и у Драндаггера уже 6 очков. Next round. Что, может, и Драндаггер заберет? Прикиньте, сейчас взрыв, и тогда счет 8-8. Но что-то мне в это слабо верится. Чем дольше я на это все смотрю. Найтшилд максимально близок к победе. Возможно, решающий раунд. Интересное поведение от Драндаггера. Ну что, не задавят? Вообще без шансов. Да. Вот и все, вот он, Найтшилд сделал Драндаггера со счетом 10-6. Только два раза экстрим финиш допустил, и все. Честно говоря, я приятно в последнее время удивляюсь Найтшилда, ну и, наверное, не зря. Но на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.